В Литве обсуждают результаты опроса на телеканале ТВ-3. Зрители в прямом эфире спросили, замечают ли они, что в стране активизировалась российская пропаганда. Неожиданно 82% ответили, это не пропаганда, Россия говорит правду. 6% вообще не заметили изменений, и лишь 12% согласились с формулировкой вопроса. Полученный результат ведущую явно шокировал. Она быстро сменила тему и передала слово спортивному комментатору. Однако в конце выпуска снова вернулась к опросу и заявила, возможно, произошла техническая ошибка. Во время голосования в редакцию, по ее словам, позвонили слишком много людей.